Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Игра на бирже стала в 2.5 раза популярнее в Кировской области. В прошлом году более 43 тысяч жителей региона открыли брокерские счета. Прирост за год в 2.5 раза. По данным Кировского отделения ЦБ, на 1 января 2021 года на брокерском обслуживании находилось более 70 тысяч розничных инвесторов Кировской области. В прошлом году в целом в стране вышло на финансовый рынок рекордное количество начинающих инвесторов. К этому привело снижение доходности по вкладам. Но в ЦБ считают, что такое рисковое занятие не должно быть доступно всем гражданам. Там рекомендовали банкам воздержаться от продажи сложных финансовых продуктов до введения обязательного тестирования. Его запустят с весны 2022 года. Программа «Экономика». На налоговых преференциях кировский бюджет потерял 1,5 миллиарда рублей. Такие данные содержатся в отчете об исполнении бюджета Кировской области за 2020 год. В Минфине отмечают, что регион сохранил в прошлом году все налоговые льготы для физических и юридических лиц. Недополученная сумма – это более 2% всех доходов региональной казны за год. Они в прошлом году составили 70 миллиардов рублей. Экономика на 101 FM. Получить налоговый вычет станет проще. С 21 мая вступают в силу поправки в налоговый кодекс. Теперь, чтобы вернуть налоги, не нужно будет заполнять 3 НДФЛ и подтверждать документами ту или иную операцию. Правда, это коснется инвестиционных налоговых вычетов и выплат, связанных с расходами на покупку жилья. Чтобы получить деньги, нужно будет только иметь регистрацию в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Данные, подтверждающие право на вычет, налоговики должны будут получить сами в банках и в госорганах. Органах. Заявление на выплату налогоплательщик получит уже предзаполненным. Формироваться оно будет не позднее 20 марта, по сведениям, представленным до 1 марта, и не позднее 20 дней в случае представления сведений после 1 марта. Деньги будут перечислять в течение 1,5 месяцев. Экономика. В завершение о валютах. Официальный доллар на сегодня 74 рубля 85 копеек, курс евро 90,59. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.